Главное управление разведки Министерства обороны Украины перехватило очередной телефонный разговор солдата оккупационной армии с семьей. В ходе разговора жена оккупанта сообщила ему о взрыве в складе боеприпасов в Донецке и не скрывала свой страх. Напомним, что речь идет о базе батальона сепаратистов «Пятнашка» и складе боеприпасов, куда несколько дней назад украинская армия нанесла ракетный удар. В результате удара произошел взрыв и пожар. Если что, у нас все в порядке, все нормально. Что такое? Было одетого. Ну, в 4 утра попали в склад БК между Ашаном и Метро. Понял? Это вот как с правой стороны, чуть-чуть ниже трассы. Знаю я, где там у них склад. Там же шангары стояли просто, ну, там, какое-то время. А сейчас там все время был склад БК, там куча военных машин, тра-та-та. Короче, детонировало только до 8 утра. Там несколько прилетов было, это 4, наверное. Ну, четко били, прям, ну, знали, куда бьют. Что-что? Суки. Я говорю, знали, куда бьют, суки. Да, да.